В следующем бою он ударит справа. Тебе нужно будет прыгнуться. Я это ты из будущего. Салам алейкум. Салам. Скоптухша, брат. Я так ну, просто пранки какие-то снимаю. Я тебя не узнал, кто ты. Ну, может, ты меня не знаешь, в принципе, я не знаю. Лично, вон в атом. Закрываю, я уже почувствовал. Как опасно подходить к вам. Когда следующий бой? Марта, 16 марта. Наверное, надоедает с этим вопросом. Когда, когда, когда? Да, нормально. Где у тебя? Петличка? Петличка. Сколько, через сколько ты меня ударил бы? Две секунды я бы тебя ударил. Слава богу, брат, спасибо тебе. Съемки это так рискованно. Я действительно чувствовал, что он вот так сделал уже. И я думал, ну вот сейчас, если я руку не пожму.